fuck out of bed, bitch, go. Get up, I think they got cold. Gotta wake up, bitch, get up. Get up. По моему мнению, это одна из самых грамотно собранных Е63 в Ташкенте. На моем прекрасном канале есть обзор на 210 АМГ, на 211 Е55 и 211 Е63. И я знаком с возбуждающим миром АМГ довольно-таки близко. Кто смотрит мое видео не в Узбекистане и не знает, что такое разрешение на тонировку за $1000, плов в 5 утра и огромные свадьбы, то ловите еще один жесткий факт. В Узбекистане есть огромные пошлины на импорт машин с большими моторами. И легче купить самую базовую Ешку, а потом полностью все поменять и сделать из нее АМГ, чем завозить заводской АМГ в страну. Когда вышел 212, он был самым неудачным Е-классом в истории Мерседеса. После огромного успеха 211, 212 неожиданно упал в продажах. И хозяин сделал очень правильную замену передней облицовки и заднего дизайна. Мерседес потратил $1 миллиард на рестайлинг, и это был самый дорогой рестайлинг в истории автопрома. И здесь не хватает Навального для тщательной проверки затрат. Потому что $1 миллиард тратится на производство нового автомобиля с нуля, а не на какой-то рестайлинг. После огромного вливания денег 212 стал милашкой. Прям как моя бывшая после ботокса губ. Данная Ешка выглядит современно. Даже по сравнению с новыми электромобилями она смотрится хорошо. Спереди все сбалансировано. Здесь нету ненужных линий и бампер грамотно отправляет весь воздух в радиатор. Диски брутальные и сочные, но тормозные колодки очень яркие и кричат на прохожих. Я обожаю диффьюзер, выхлоп и аппетитный маленький спойлер на багажнике. Весь зад выглядит агрессивно. А самое главное, что здесь все пропорционально. Также у нас есть огромное красное лобовое стекло и оригинальные AMG зеркала, которые по какой-то причине хотят все владельцы Gentor. Под капотом у нас атмосферный V8 объемом 6,3 литра. На передних крыльях написано Biturbo, но это такой же обман, как сильная борьба с коррупцией в СНГ. Двигатель 6,3 то в хороших отношениях с Мерседесом, то они про него забывают, прям как я и моя бывшая. Но не всем нравятся такие непонятные отношения, например, как моей жене. Атмосферный V8 дает вам зависимость от своего звука. Я обожаю этот двигатель, это мой самый любимый двигатель в автопроме. Я его любил в 211 и я его обожаю в этом автомобиле. Но у него есть проблемы, за которыми нужно следить внимательно. Первая проблема – это шпильки головки двигателя, которые могут просто дать трещину и сломаться. Замена недорогая, но нужно следить за ними. Вторая проблема – это гидрокомпенсаторы. Их нужно менять каждые 75 тысяч. Также следите за всеми пластиковыми патрубками. Обязательно заливайте только дорогое топливо и масло, и замена масла нужна каждые 6000 километров. Этот прекрасный двигатель выдает 520 лошадиных сил и 630 ньютона. С нуля до 100 разгон займет 4 секунды. Самое приятное в этом автомобиле – это звук. И этот звук лучше, чем шепот молодой Моники Беллуччи вам прямо в ухо. Когда вы за рулем Е63, вы чувствуете, что не Mercedes разрабатывал этот двигатель, а сам AMG. Салон неплохой и подходит той эпохе Мерседесов. Но скажу честно, после 211 салон для меня просто салон. Здесь нету запаха Мерседеса и того магического ощущения. Если бы я не ездил на 210 и 211, этот салон для меня был бы хорош. Но так как я знаю, что может Мерседес и что он делал раньше, я понимаю, что у 211 салон лучше. Наша красавица приехала из Дубая, и стикер RTA до сих пор здесь. Этот стикер оплачивает дорогу по трассе Шейх Захид Роуд. И, конечно же, красные чехлы, которые закрывают красную кожу, говорит о том, что машина имела хорошее дубайское прошлое. Так как кожаные сиденья в Дубае не всегда удобны для местных. Мне очень понравилась приятная алькантара на крыше. И как ярко открывается этот люк.
Сзади у нас есть DVD-проигрыватель, также можно подключить игровую приставку. Климат-контроль и простор на заднем сиденье помогают расслабиться. Но все равно 211 у меня с головы не уходит. Например, посмотрите на пепельницу. Здесь она пластиковая, а в 211 она везде хромированная. И вот таких маленьких деталей по всему автомобилю очень много. Багажник сам открывается и закрывается из салона. И для жирных бургероедов, как я, это четкая фишка. Самый большой бонус этого автомобиля – это двигатель 6.3. За рулем 6.3 нельзя спать и нужно быть готовым. То есть, какое бы у вас настроение, вот вы бы усталые не были, каких проблем бы не были, сели 6.3, все решит. Кроме пустого бака. Денежка нужна, чтобы кормить эту красавицу. И надо тоже очень аккуратно с ямами быть, потому что машина, ну, понятное дело, настроена так, чтобы держать трек хорошо, и поэтому она у нас чуть-чуть жестковата. Ну, вообще, весь этот кузов, он тоже сам по себе жесткий. 212, они не всегда самые такие мягкие. Они как пятерки E60 по мягкости, в принципе, так же. Там руль, он тяжелый, вы чувствуете вес машины, вы чувствуете каждый поворот, и когда вы залетаете в поворот, вы чувствуете, когда и где она отпустит. Есть у нее отдача, хорошая причем такая отдача. Двигатель готов, резвый и не спит. Я весь день ничего не ел, спал очень плохо, очень мало сегодня. Очень устал физически, вообще никакого желания нет у меня вставать, ходить куда-то. Но я вот сел, газжу нажал, у меня сразу зрачки открылись, короче. И все, что было последнее в моем теле, оно так, вау, так прям взялось и собралось сразу причем. И это кайф S3, поэтому его покупают люди. Этот постоянный гул от мотора, постоянно вот это малейшее нажатие газа, и все будут думать, что выпендриваетесь, а хотя вы просто передвигаетесь, вы просто едете, и все думают, о, чего там выпендриваетесь, потому что машина так себя преподносит, гул такой. После 4000 оборотов становится очень страшно, потому что все открывается, и начинает вот так себя вести. Вот. На ней невозможно ездить спокойно. Не то, что не хочется, невозможно ездить спокойно. Тут при всем желании не гонять, все равно вы дадите в тапочку. Поэтому, если вы покупаете 6.3, вы должны осознанно понимать, что эта машина для именно вечного кайфа, постоянного кайфа и для адреналина. Вот это все это здесь есть. Здесь в какой режим ее не ставь, все равно вот это есть. Напор силы, энергии, мощи, он постоянный здесь. Нет такого, она в комфорте обычно, спокойно, скромненько в спорт-режиме. Она такая, нет, она здесь, или она капитально вам дает, или она вам дает, но не капитально, но она дает. То есть вот такие режимы, все, другого режима здесь нет. Даже при вот обычном медленном ходе, там медленном разгоне, все равно просится само тело дать вот так в тапку. Огромное спасибо за просмотр. Пишите ваши комменты, что вы думаете об этом автомобиле, о том, как его собрали, нравится вам, нет. Мне очень интересно будет прочитать. Огромное спасибо автосалону «Авторитет» за интересный АМГ. Приходите к ним, много чего интересного. Не забываем про Food for Life US. Эта организация кормит каждую субботу всех нуждающих людей. И раз в месяц у них пайки нуждающим семьям есть. Ссылка в описании. Берегите себя. До свидания. Просится само тело дать вот так в тапку. И это страшно. Спасибо большое за просмотр. Даже пассажирам хочется, чтобы вы нажали в тапочку. Так, раз, два, три. Почему все написано? Выбойся битурба, но на самом деле он атмосферный. Я это тоже скажу в обзоре. Потому что наё, это шантаж. Клеит на столе шантаж.